У меня тут за окнами Рик Флэр какой-то местный. Воу! 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 Ебал. Раз в 3 секунды. Воу! Воу! Так. Граната еще в гараже. Бля, в натуре. Все, я понял, в каком гараже. Да-да-да, давай сначала туда. Тренинг фасилити, там, где за Стива бегали, все, точно. Точно. Я без него хер пойду куда. Здорово, парень! Так. Так. Ой, блядь. Ага. Какие-то профессиональные доджи. Вопрос, как туда попасть? Попасть туда нужно... Дальняя дверь. О, опять... Я сегодня майских видел. Вау. Короче, сюда и вправо, я так понимаю, да? Сюда мы вообще не ходили. Здесь, возможно, эти лазят. Всякие нехорошие. О. Давай, открывай. Да, жуков майских видел. Вон, да, гранатомет лежит, похоже, да? Больше не нужна выкинуть, да? О, да. Здесь что-то есть? А что за дверь? Куда она ведет? В лифт? О, нет, я назад. До свидания, не-не-не. Меня здесь не было. Ничего не знаю. Нет. Этот топот, он вообще не к добру. Ну нахер. Нахер. До свидания. Так, а что я сделал? Как я это... Ой, там предмет лежит сверху. Че, ты куда-то не туда завернул, что ли, или чё? Подожди, откуда я пришел? А я отсюда пришел. Туда еще можно сходить, только я даже не знаю, стоит ли. Давай заберем, ладно, все, что здесь есть. Кинем ящик. Это химикат нам можно брать, нет? Здесь нужна отмычка, наверное, да? Закрыть на простой отмок, взять отмычку. Да, замок был открыт. Хорошо. Кислот заряд. Здесь можно брать. Химикаты использованы далее. Патроны. Хорошо, патроны. Это не для меня, у меня нет такого пистолета. Об этом позже. У кого есть такой пистолет? Тут еще есть патроны для гранатомета. Хорошо. И терько назад, все. Я, в принципе, снарядился для экспедиции, для любой. Да, гранатомет этим прекрасен. Так, мне нужно на первый, наверное. Не, не первый. Блин, нахрен я пошел сюда. Или здесь... Нет, здесь нет прохода. Закрыт, завален. Наверное, второй. А нахуй вообще сюда пошел? Я мог через лестницу уйти.
У меня каша какая-то вечно, блин, в резиденте в этом. Сюда. Сюда. А здесь граната наверху не оставил ее? Часом. Подожди секунду. Секундочку. Секундочку, ёпта. Стоять. Есть что? Да, я оставил здесь гранаты. Молодец, ёпта. Будет больше. Все. Теперь можно официально валить. Сюда. 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 Хорошо. Смотри, что сошли. Ау! Там это опять. Ау! Так. Это не из этого рома, это другой ром. Я очень хотел тот ром поиграть, но, к сожалению. Ах ты, сука, взял да попал. Но, к сожалению, Resident Evil! Это слишком топ. Чтобы включиться просто. Так, золотой ключ. Ты куда? Ну, не надо, не надо, не надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Пацан, пацан, не ходи туда. Не надо, тебе оно не нужно. Да, его. Ключ сюда, наверное, заперто. Делайте зал ключ. Замок был открыт. Больше не нужен этот ключ. Откажись от зол ключ. Отказываюсь. Дурдом. Так. Сообщение новому главе семьи. Сэр Альфред. Поздравляем с занятием должности главы семьи Эшфордов. Настоящим дарю вам глиняную вазу согласно семейной традиции Эшфордов. Возможно, вы знаете, эту традицию впервые началась, когда дворецкий подарил свою золотую статую, видимо, на память Вероники. Так, Вероника. Вероника. Как основательница семьи... Это ее ум и красота вошли в предание. Второй и третий главы Стэнли и его сын Томас. Стэнли. Томас. Были удостоены такими же чашками. Чашка. Чашка. Они верили, что смогут добиться той же славы, что и Вероника. Место главы семьи затем перешло от сэра Томаса к его брату-близнецу. Так. Артур. Сэр Артур. Артур. Близнецы. Томас и Артур. Рыжие такие. Ага. Затем к сэру Эдварду. Эдвард. Эдвард. Вашему дедушке. Дед. Это было во времена расцвета семьи Эшфордов. Достижение сэра Эдварда было основание большого химического предприятия Umbrella Incorporated. Однако, когда сэр Эдвард отошел от дел, и ваш отец, сэр Александр, занял его место. Александр Эшфорд. Угу.
процветание семьи Эшвортов постепенно стало... Видать, видимо, я искренне надеюсь, что род Эшвортов возродит свою славу. Скотт Харман, дворецкий род Эшвортов. Хорошо. Так, тут нужно понажимать кнопочки. Ага. Прекрасная женщина, сервис. Это кнопка внизу, да, нажать. Так, дальше идет... кто идет дальше? Стэнли с двумя детьми, судя по всему, да? Пожилой человек с парой детей. Черный сервис лежит на столе внизу. Кнопка нажать. Чайный сервис. Дальше идет чувак рыжий тоже. Картина красноголового. Глиняная тарелка. Так, глиняная тарелка нас не интересует. Нас интересует сервис. Сервис. Красноголовый мужик держит сервис. Есть кнопка внизу. Так, у него вообще-то чашка тоже. Значит, он... Потом он. Ну, либо наоборот, я хер знает. Потом дед. Так, это Александр. Дедуля. Портрет человека. Глиняная посуда также проиллюстрирована. Есть кнопка внизу. И ты. Картина человек. Чистая белая свеча также проиллюстрирована. Кнопка внизу. Это такой же ребенок виден. Это сообщение написано на картине. Отследить наследие Эшвордов. Найти верного мастера. Внизу есть кнопка. Нажать кнопку. Да, отлично, сделали все правильно. Алексия? Алексия? Глиняная ваза. Спасибо. Портрет Алексии. Цветочный глиняный горшок проиллюстрирован. Алексия стала главой семьи, а не Альфред. Заряды гранат. Эти можно использовать с М79 гранатометом. Так подожди, это гранатомет или это штуцер? Что за дела? Гранатомет. М79 гранатомет. Используй 90-миллиметровый. Это не штуцер. Что за дела? Глиняная ваза с милыми цветочками. Замечательно. Кажется, что-то внутри. Видать, да? Ваза выкинь нахуй. Муравьиные матки. Цель была в вазе. Что, простите? Цель мурав матка. Держащая красный рубин. Господи Иисусе. На Джоффри из Игры Престолов. Так это он и есть. Он еще в Бэтмене снимался. В Бэтмен Начало. Знаешь, почему Джоффри выжил? Потому что его Бэтмен спас. Посмотрите Бэтмен Начало. Вот это. Ты правда Бэтмен? Да. Ребята мне не поверят. Ну и дальше. Игра Престолов. Так. Ну хоть не царица. А что тебя больше устраивает, царь и матка? Жили-были царь и матка. Самая идиотская сказка, которую я когда-либо слышал. Патронов-то хватит. Пробежать, это вот сейчас начнется. Ой, надо сразу бежать, короче, влево. Ой, ты сучий пес. Так, все ж пока средний, нормально. Молодого. Молодого, да? Ну тут два варианта было бы. Либо Джоффри, либо этот. Который из Гарри Поттера. Малфой, блядь. Так, и это мои последние патроны. И они только что улетели. Не смей. Все. До свидания, патроны.
Мне будет вас не хватать. И у меня каушен красный. И теперь мне файн. Все. Это панда! Да ёшки матрёшки, ты-то откуда взялся? Воу, блять. Как-то у меня не вовремя патроны кончились все. Сейчас будет сложно. Так, куда мне лучше пойти-то? Пластинка в красной комнате лежала. Вот здесь. Да ты как, блядь, прыгаешь? Ты заебёте, блядь. Пошёл нахуй. Пипец. Всю хп сейчас, блядь, улетит. Здесь какая? Красная всё-таки. Скажи, что здесь пластинка. Спасибо. Здесь штамп шарманки. Штамп шарманки. Эта пластинка нужна для музыки в шарманке. Замечательно. У меня ни хилок, ни хера, короче. Я могу сейчас сдохнуть, и когда сохранение было, я не помню. Ух! Крышка шкатулки открыта. Да я еще как представлю, через что мне сейчас назад придется возвращаться. Если мне сейчас тут нигде хилку не дадут, это будет жопа. Вверх по лестнице? Да-да. Такой, а? Ммм, нельзя. Все, фу. Карусельть, карусельть, это радость для нас, это деревянная лошадь. Прекрасно. Шик! Это же шик! Прекрасная работа! Прекрасная работа! Эй, красота! Прекрасная работа! Картина с насекомым нарисована на стене. Кажется, замок находится в стороне рта. Нет ничего полезного. Как же буровать? Возможно, сцена из какой-то сказки. Кажется, здесь нет ничего странного. Хилка! Здесь хилки есть? What? Серебряная стрекоза. Разные игрушки и вещи находятся здесь. Нет ничего полезного. О, скульптура жопы. Практически. Возможно, сцена с какой-то сказки. Ничего странного. Действительно, что-то может быть странным. Странная музыка. Стрекоза. Объект. Он так сделан, что крылья можно снять. Снять крылья, да? Стрекозиные крылья были сняты. Серебряная стрекоза. Объект. Все крылья удалены. Ня-ня-ня-ня-ня-ня.
I'm the great mighty Pooh. I'm gonna throw my shit at you. Да и прекрасно поете, 92%. Ну это в лучшем случае вырезка газеты. Десятилетняя девочка, гений и лучший в своем выпуске, закончила престижный колледж. Международная корпорация дала ей, видимо, должность ведущего исследователя. Это о ком речь-то? Про Алексию? Поди. Библиотека книг по химии и энциклопедии. Так это же это... Это же мелодия из скриптов Некроденсер, ты чё? Некроденсер же. Разные штучки, нет ничего... Разные штучки? Письмо исповедь. Алексия, моя сестра, гениальна и наделена редкой красотой. Она все для меня. Я превозмогаю все обстоятельства и рискну своей жизни для нее. Для Алексии я должен возродить славу семьи Эшвардов, которая упала во времена моего отца Александра. Вместе мы установим имя семьи, когда это будет достигнуто, я построю дворец только для благородных. Я не могу разрешить простым людям видеть Алексию, который посвятил. Чё? Видеть Алексию? Не позволишь людям простым. Ясно, понятно. Жизнь, она будет царствовать как королева со мной слугой. Это моя мечта. Я как сладка будет. Эти достижения будут доказательством моей любви Алексии. Это цель моего существования. Все остальные люди бессмысленные. Они вскоре принесут себя на алтарь Алексии и мой. Посвящается моей Алексии. Альфред Эшфорд. Чего это? Воздушная защита. Поможешь? Шестигранный камень объект изображения истребителя вырез на нем. Что, тебе текста мало? Давай еще почитаем. Лента. Можно сохраниться. Да, давай сохранимся, потому что у меня одна хилка, и не факт, что я доживу просто до основного дома. Так, мы взяли три. Все. Так что нам можно возвращаться, я думаю. Вниз по лестнице. Клэр, не с места. Ох, мать, здорово. Вот мы и встретились. Жаль, что уже пора расставаться. Я Алексия Ашвуд. Я прикончу тебя во имя своей Ашвуд. Семьи. Какая-то знакомая, что ли? Воу! Подождите. Что тут такое? Добрый вечер. Ди Каприо, блядь! Оскары! О! Оскары полетели! Ого. Секретная дверь. Давай за ней. Все нормально. Я в порядке, просто задело. Тара-та-там. Тара-та-там. Сейчас будет странный момент. Очень сильно странный момент. Это, наверное... Что? Нет! Это... Подожди, что это сейчас было?
Так Алексия и не существовало. Думаешь, он считал себя разными людьми? Ну ладно, уходим отсюда. Система самоликвидации запущена. База подлежит уничтожению. Он сошел с ума. Собирается взорвать этот комплекс вместе с нами. Повторяю, да. Немедленно эвакуироваться. Клёво, чувак, да? Парик блондина. Осталась на нем кровь. Платье Алексии здесь оставлено. То есть он был одновременно и Александром, и Алексией. О, не Александром, Альфредом и Алексией. Одновременно. А ты хорош. А ты хорош. О, тихо. Вернись. Да не так, блядь. Ты чё, дурак, нахуй, отошёл. Перестань, блядь. Пизда рулям. Да ну хуя ты быстрый какой? Слышь, чего? Ой, траблы, траблы, траблы. Траблы, траблы, траблы. Вот это спасибо. Хупа! Сейчас, блядь, сложнее еще будет. Ух! Тихо! Стой наверху! Никуда не ходи! Подожди! Не надо! Не надо! Нет! Не-не-не! Тихо! Спокойно! Я доживу! Я доживу! Хуба! Хуба! Пошли нахер! Я буду жить! Я буду жить! Баговал ли эфир эффект? Я не помню. Может быть. Хорошо. Мы живы. Так. Нет, ты уйди пока. Сюда. Сюда. Заперто. Открыть. Давай. Не тест, надо смешать. Хорошо. Так. Как мы это сделаем дальше? Патронов нету для пистолета. Мяу! 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 Там коты какие-то мяукают, я не знаю. Да, я, наверное, баговал. Я баговал Fear Effect. 100%. Монстр встал... враг встал так, что, короче, я просто не смог двигаться.
И я просто крутился в нем, грубо говоря. Цепочка багованных игр пока не разрывна, ну... Это легко можно исправить. О, здорово. Это, наверное, те, кто спасся. Нам лучше уйти отсюда. Это точно. Пойдем. Так. Тор-то-тор-то-то. Полагайчика нужен. Привет, борзай. Наконец ты выбралась. Ты в колодец упала. Застряла в семейной жизни. Кошмар. Муж. Шестеро детей, да? А тут еще стримы и чиха, нужно посмотреть. Что-то все времени нету. Пришла после рентгена. Тушки улетели, все. Так, подожди. Два. Три. Поехали! Видимо, контрольная панель для лифта. Двигать рычаг. Да, 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 двигать, 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 двигать. Стопа опухла от удара. У меня так трещина на руке, вот так. Кому-то в лицо стукнул больно. Так больно, что аж руку себе чуть не сломал, но... Чика умеет. Нет! Мы не сможем улететь, если не поднимем мост. Мост надо поднять. А ты ведь здесь и подготовь все для отправления. Черт, 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 черт! Так, рычаг управления. Что за рычаг управления? Я, в принципе, знаю, куда его впихнуть, но надо прочитать. Кажется, это было удалено с панели управления. А ты не ржи. А ты не ржи. Запомнил, удалили. Это же больница, там все стерильно. Ты не доверяешь врачам? Специальная хлорированная вода. Не доверяешь, а чё ты к ним ходишь, если им не доверяешь? Короче, вся проблема вот этого места в том, что если я сейчас подниму мост, то по этому мосту назад я вернуться не смогу. Мне придется идти в обход. Через 100-500 поворотов, я так понимаю. Сейчас будем решать этот момент. Я бы не пошла, это мама. Так мама пошла или ты? Что происходит? Так, контрольная панель для лифта железного моста, рычаг управления не здесь. Рычаг управления у меня, представляешь? Вау, поднять, да-да-да. Хорошо. Тыра-тыра-тыра-тыра. Тебя отправила мама за хлебом. Ту-ду-ту-ду. Тыры-тыры-тыры. А ты пошла в больницу, да? Я правильно понял все. Чик, ты заебал. Да. Не новость. Прибор контролирует давление нефти на мосту.
Что-то у вас. Ключ аэропорт. Это ключ для электромеханической жалюзи. К-402 написано. На его ушке. На ушке написано. На ушке сделали. Татушки 402. Нормальная тема. Короче, там есть дверь внизу, на ней было написано К-402. Аналогичная ситуация. У тебя тоже на ушке 402, К-402 написано. Контроль на панели для засова. Надпись под замком К-402. Взять, короче, аэропорт, да. Бесит. А чё написано? Хной? Или прям чем дорогой какой-то краской? Так, здесь у нас... Бляха, как светло. Я как вспоминаю PS3 версию, в которой, блядь, нихуя не видно. Это я, дай. Просто реально вот в этой комнате темнота. Ничего не видно. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. О, да, патроны на пистолет. Наконец-то. Так, делаем следующее. Сохранимся, наверное, да? А я ранен, что ли? Посмотрим, может пройдем по золотой. Так почти ж не видно тогда, получается. Так, лифтом нельзя пользоваться. Так, чего там? Груз блокирует эту дверь, лифтом нельзя пользоваться в такой ситуации. Ну, давай исправим ситуацию. Ну, не так, раз. Резидент, без двигания ящиков, не резидент. Это гениальная мысль пришла в голову. До взрыва осталось 5 минут. What? Давай быстрее уходим. Да, обожаю, когда на переходах таймер идет. Нравится. Да, давай тратить мое время. Да, конечно. Вы от меня не уйдете. Этим вы заплатите за то, что лезли в мои дела. Отомщу. Вот он, родненький. Т-104 какой-нибудь, там Т-105, может Т-102, не знаю. Более тупая версия. Т-800 это другое. Кабум! Удача! Зёпа! Цетиран. С голой зёпой. Ой-ой-ой. Давай, сука. Давай. Что-то прилег, короче. Хэштег зёпа. Да. Отличичен, красив. Глажоп.
где пыся? Они специально им убирают пысю, чтобы, короче, тираны не размножались. Им нужно контролировать их. Туда хоть идут-то. Ну да, по идее, да. Сейчас по лестнице влево. Еще раз влево, и мы на месте. Я бы взял... Что бы я бы взял? Я бы взял... Ленту. Тут лента есть. Я ее не брал. И я бы ее взял бы. На самом деле. Ну что ты взял? В резидентах слишком много женщин. Что-то... Ядритский круг просто сделали, чтобы только в самолет зайти, ебать. Почему ты так долго? Я начал беспокоиться. Нет времени на бизнес. Пробки. Да, мы уйдем отсюда. Надо убираться с этой ловушки. Получилось! Ура! О, наконец-то все закончилось. Ди Каприо! Клер, прости. Вот он куда после Титаника попал. Да ладно, именно сюда. Нормально, нам было довольно трудно. Надеюсь, что ты найдешь своего брата. Я знаю, что такое быть в одиночестве. Это путь у человека был. Сначала зубастики, потом Титаник. Ладно, куда мы сейчас? Я доставлю тебя туда, куда захочешь. Клер. Я слышала, что на Гавайях в это время года просто великолепно. Хорошо. Давай. Как раз вас там собьют, пока вы вылетать будете. Идеальный план. Ну мы на Гавайи хотели. До свидания. Какие Сочи? В Анапу. В Анапу там пиво рыба раки. Вареная кукуруза. Это сочный. Теперь вы узнаете, что такое настоящий ужас. Почему он все еще женским голосом говорит, а не мужским? Вот он странный. Он все еще думает, что он Алексия? Когда герои улетают не на вертолете, ты понимаешь, что это еще не финал? Нет. Здесь это не так. В Капкоме скорее так, когда герои улетают в закат. Вот это финал. В остальных случаях нет. Кадр есть специальный. Эй, что за... О май гад. Я вернусь и все осмотрю. Мне надо закрыть люки грузового отсека. Угу. Так и запишем. А можно ленту сначала взять? Окей. Не дадут улететь спокойно. Что за дела? Сука, улетишь. Сейчас ты у меня так улетишь.
просто в космос. Кто там в дверь ко мне пришел? Он специально ждет, стоит, да? Входить не хочет. Чтоб, знаешь, ты такой дверь открыл, он такой там пафосно развернется. Это же Капком. Я тебе говорю, пафосный разворот. Он ждал. Готовка материалов закончена, все готово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Я хуй знает. Хватит тебе. Не хватило? Ложка дегтя. По-моему, ты все, да? Устал. Он устал. Дай погуляем. Я не хочу драться. Дай погуляем. Ты походишь, а я погуляю просто. Устал? Да кляк, отдохни, хули. Чего так долго? Эх ты, блин, мудло. Ты ебать, ты охуел, что ли, слышишь? Собака. Ну ладно. Ты хочешь войны? Ты ее получишь. Устал, а ты упал. Я тоже устал, чё. Кто-нибудь вызовите уже, блядь, милицию, ёб твою мать. Вам чё, блядь, нормально слушать эту всю хуйню? Под домом у себя. Вообще похуй людям прийти. Там в соседнем дворе под окнами какие-то черти, короче, раз в неделю собираются и орут, блядь, как ненормальный. Музон врубают, блядь, до 5 утра. И вот людям норм, походу, которые там живут. Потому что это продолжается уже хер знает сколько. Видимо, насрать. А я здесь сижу, слышу. Не завидуй. Чему завидовать я должен? Смотри под ноги. Потому что они спать людям мешают? Ты дурной, что ли, блядь? Или чё? Наркоман? Что сочный, произошло? А? Не знаю, просто... Чему завидовать-то? Ладно, я, блядь, не сплю до 5 до 6 утра. Включился режим автопилота, и я не могу переключиться. Простите, но я не могу... Эдверман. Альфред. Ты спятил. Майкл. How are you? I'm doing fine. And you? Сочный, бывает, музыку орёт.
Ага, понятно, поэтому я должен завидовать, да? Тогда логично все. Стоит ли нам включить логотип Brazzers? Uh-oh. Не было бы логотипа рядом под рукой. Не успел. Слипинг ассал, блять. Опа, где мы? Опа! Широта 82,17 градусов. И ты прям знаешь, где это? Скажи, скажи, ты знаешь, где это? Ты же умный. Это Антарктида. Мы вау! Ты знаешь? Так Антарктида или Антарктика? Что происходит? Где мы? Ой, колор какая-то другая стала. Значит, это тоже территория Амбреллы. Припарковался. Сохранить дату первой части. В смысле, данные? Будем надеяться, что второй диск переключится по-человечески. Стартуем! Стартуем! Ой, блин. Ну ладно, сохранение было, ничего страшного. Russian, yes. Слушай, а мне вот водка ор, блядь. Стив! Эй, Стив, просыпайся! Стив! Давайте разбудим Стива. Стив! Мы все еще живы? Норм двери. Подожди, у меня сейчас это пойдет стояк. Все поломано. Надо найти какой-нибудь другой выход из этого. И такой перед ней специально встал, чтобы она не палила. Ну ладно. Ничего не вижу.
Дайте сигаретку Стиву. Так. Я все отстрелял. К сожалению. Все отстрелял. Так. Здесь главное не сагрить всю толпу. Ой. Нихера не видно, слышь. Что там? Что? Металлический механизм с алмазным лезвием легко обрабатывать металлические материалы. Ни хера не видно, свет вообще не... Да и хорош прыгать на стену, задолбал уже. Горбачев, перестройка. Кто-нибудь может примерно описать человека? Правила. No spoilers. No hints. Как будет оскорбить? Сверинг? Сверинг? Твой надорпит? Загуглите, как будет. Не оскорблять других. Все. Я не помню, как правильно. No angry. Там лежит, по-моему, карта. И она мне не нужна. Если я ее возьму, тут все встанут. Так, влево лучше не ходить пока что. А то барабайки. Свет бы включить. Не видно ж ни черта. Щуриться приходится. Что сделать? Трава вон лежит. А где ящик? Ящик. Хорошо. Так, это нам пока не нужно. Тут я все отстрелял. Это оставляй. Нет, сюда. А это... Так, так, так. Здесь бесполезные книги. Похоже, тут что-то было разрушено. Сколько до финала? Целый диск. Мы только диск 2 начали, алё. Нет, не кот. Крыса! Хомяк! Кто ты? Письмо Дворецкому. Ты коллекционируешь аптечки? Нет. Просто я их не трачу. Сэр Альфред, пожалуйста, простите меня, я должен сообщить о своем внезапном отъезде. Я сперва служил вашему отцу, лорду Александру, и очень давно разделял беды и радости семьи Эшфорд. Лорд Александр неожиданно исчез 15 лет назад. 5 лет назад случай во время эксперимента забрал жизнь нашей Алексии. Алексия, значит, была. Она просто умерла. Вам хватило сил стать главой семьи в очень юном возрасте и почти потерять рассудок и печально утерять всех членов вашей семьи одновременно.
Я ничего не мог сделать, и я чувствовал бессилие. Сначала я хотел убить себя в качестве извинения. Что? Убить себя в качестве извинения? Затем понял, что это будет ударом для дорогого лорда Александра и Алексии в другом мире. Скотт Харман, дворецкий семьи Эшфорд. Самого любимого подписчика Чиха. Включатель нажать не работает. 3-4. Чувак. Кажется, это работает на электричестве. Глухо. Я сохранился? Что-то я... Не помню. Не, не сохранился. Бэтмен раньше понедельника вряд ли будет. Что ждать не стоит. Так, здесь почему-то нет музыки. Перерыв давайте сделаем. Пару минут.